Незабываемые мелодии, уникальный тембр и запоминающийся, волнующий душу голос. Загадка для женщин и авторитет для мужчин. Его талант почитали и высшие чины Советского Союза, и миллионы обычных людей. Георг Отц вышел на сцену тогда, когда огромная страна приходила в себя после ужасов войны, и его голос возвращал им веру в светлое будущее. Но мало кто знает, какой на самом деле была его жизнь. Петь? А вы думали, что мы вас сбросим в Таллин на парашюте, чтобы вы там возглавили нашу разведывательную сеть? Нет, Георг Карлович, вы должны будете всего-навсего петь. И это мое задание? Да, это ваше задание. Оно вас не устраивает? Или вам не хочется петь? Хочется, конечно. Сегодня в 22:00 фильм-биография «Георг» на телеканале «Самара ГИС».